Английский язык Rainbow English, учебник 7 класс, вторая часть. Юнит у нас 4, степ 1 и упражнение 3. Поработайте в парах и спросите вопросы, ответьте на них. Начните ваши вопросы с have you ever. Have you ever в переводе означает ты когда-либо и дальше что-то делал. То есть, например, have you ever written a poem? Ты когда-нибудь писал стихотворение? То есть мы отвечаем так. Это все перфект перед нами, поэтому ответ должен быть или yes, I have, или no, I haven't, если мы что-то не делали. И вот поехали. Первый, получается, у нас есть. Ага, первый я вот тоже переписала. Так что первый нам, получается, не нужно делать. Второй. Win chess games. Выигрывать в шахматных, ну, шахматах. Have you ever win должен преобразовываться в третью форму, так как перед нами present perfect. Have you ever won chess games? Все ответы вы должны писать про себя. Поэтому смотрите, как бы тут может быть с вами не совпадать, поэтому пишите тогда yes, I have, например. Итак, выигрывали ли вы когда-нибудь партию в шахматы? Допустим, no, I haven't. Третий, make a cake, это делать торт. Have you ever, make превращаем в третью форму, made. Have you ever made a cake? Ты когда-нибудь делал торт? No, I haven't. Нет. Четвертый. Send emails. Посылать электронные, в общем, письма по почте. Have you ever sent, потому что это третья форма глагола вон того, send. Have you ever sent emails? Yes, I have. Да, посылал. Пятый. Spend your holidays abroad. Проводить свои каникулы за границей. Have you ever spend превратиться в spent в третьей форме. Your holidays abroad. No, I haven't. Шестой. Buy a pet – это покупать питомца домашнего. Have you ever buy превратиться в bought в третьей форме. Have you ever bought a pet? Yes, I have. Да, покупал. Седьмой. Так, сейчас, секунду. Так, седьмой у нас teach any school subject. Учить какому-либо школьному предмету. Have you ever taught? Вот это taught означает третья форма глагола teach. Have you ever taught any school subject? No, I haven't. Нет, никогда. Восьмой. Grow vegetables – это у нас выращивать овощи. И здесь have you ever grown – третья форма глагола – vegetables. No, I haven't. Нет. Девятка. Speak German – это у нас разговаривать по-немецки. Have you ever spoken German? No, I haven't. Нет. Десятка. Burn your hand – это обжечь свою руку. Have you ever burnt your hand? Yes, I have. Да, обжигал. И теперь второе задание. Так, ну второй столбик у нас получается, насколько я понимаю, то же самое. Так, сейчас, секундочку, вспомню. Ну да, там получается вот то же самое мы и делаем, только, ну, тоже под себя вы подстраиваете, то есть как бы отвечаете про себя. Tell lies – говорить неправду или лгать. Have you ever told? Тут то же самое. Вот эти глаголы у нас все неправильные. Так, сейчас проверим. Да, все неправильные. Поэтому вот опять же мы начинаем с have you ever. И потом все пойдет в третьей форме. Просто чтобы я не каждый раз не говорила, откуда эти глаголы я взяла, потому что они отличаются, вот как вы видите. Это все третья форма этих глаголов. Итак, have you ever told lies? Ты когда-нибудь говорил неправду? Да. Learn French. Учить французский. Have you ever learned French? No, I haven't. Но опять же повторюсь, вот эти все концовки вы можете заменить на противоположные. То есть там, где yes, можно поставить no и так далее. Here are the Beatles. Слушать Beatles. Have you ever heard the Beatles? Yes, I have. Тоже не слушать, а слышал ли когда-либо. Spell your name in English. Это значит произносить по буквам свое имя на английском. Have you ever spelled your name in English? No, I haven't. Это может быть, кстати, говорить, а может быть писать по буквам. Пятый. Dream of going to China or Japan. Мечтать о поездке в Китай или в Японию. Have you ever dreamt of going to China or Japan? Yes, I have. Шестой. Fall off a bike.
падать с велосипеда. Have you ever fallen off a bike? Yes, I have. Седьмой. Read poems by John Keats. Читать стихотворения Джона Китса. Have you ever read poems by John Keats? No, I haven't. Восьмой. Buy brown rice or brown sugar. Покупать коричневый рис или коричневый сахар. Have you ever bought brown rice or brown sugar? No, I haven't. Девятка. Build a house. Строить дом. Have you ever built a house? No, I haven't. И десятка. Eat mangoes. Есть манго. Have you ever eaten mangoes? Yes, I have.